Представители столичного управления ГИБДД сообщили, что сегодня, 18 апреля, в Москве на территории одной из школ грузовик сбил 8-летнюю девочку. Авария была зафиксирована на территории школы 117 на улице Пилогина на юго-западе столицы. К счастью, девочка осталась жива. Ее доставили в первую детскую больницу. О состоянии ребенка пока ничего не известно.